будет, пока непонятно, сколько точно домов, там, ну, плюс-минус там где-то 200. Вот сейчас к 1 ноября сдадут 60 квартир. Это дома с 6 сотками, поделенные пополам, как бы, да, там, на 2 квартиры, да, на 2 хозяина. То есть получается, что 30 домов примерно вот на 60 семей. Самое интересное, что при получении там жилья у вас не забирают сертификат. Потока, который идет по федеральной трассе, проходящий по Братску, который почему-то падает на плечи братчан. Вот этого быть не должно. Мы будем работать над тем, чтобы эту ситуацию исправить и перевести этот кусок все-таки на обслуживание федерации. Ну, там, где потребуется, конечно, поможем мы со стороны области.